Ровно месяц прошел с момента последнего семинара ЛАИ, который проходил в России в славном городе Муроме. Закончился российский этап наших мероприятий, и время готовиться к очередной поездке в Египет, которая намечена в этом году с 25 ноября. Неделю, как обычно, все желающие, кто сможет отправиться в Египет, будут слушать доклады участников ЛАИ и других заинтересованных людей о их последних работах и открытиях. А изюминкой этого семинара будет возможность присоединиться к продолжению семинара, который будет проходить со 2 по 9 декабря и проходить будет на юге Египта. Начнется путешествие с Асуана, где мы посетим Абу-Симбел и другие храмы, покатаемся на рыбацкой шхуне, а затем сядем на теплоход и отправимся от Асуана до Луксора, по дороге посещая различные храмы, которые там расположены на побережье. В Луксоре будет небольшая передышка, поход по храмам Карнака, Луксора и долине царей. После этого возвращаемся в Каир и разлетаемся по своим домам. Ждем вас в Египте в очередной раз, и знакомых, и незнакомых. Подробности на ресурсах ЛАИ. До свидания, до новых встреч. Напишите историю сейчас. С 25 ноября по 2 декабря 2018 года стартует 6-й международный семинар «Поиск следов техногенных цивилизаций». В программу семинара войдут доклады членов ЛАИ о результатах последних исследований, круглые столы и дискуссии, посещение знаменитых археологических памятников, таких как Плато Гиза, комплекс Саккары, пирамиды в Дашуре и Мейдуме. Кроме того, у участников семинара появится уникальная возможность побывать в следующих труднодоступных или закрытых объектах. Шахта Осириса, подземная камера и камера царицы в Великой пирамиде, пирамида Хефрена, подножие Сфинкса. По окончании семинара все желающие продолжить путешествие по стране пирамид смогут в компании Андрея Жукова и Ондраша Сабо совершить круиз по Великому Нилу и посетить малоизвестные храмы и другие археологические памятники Верхнего Египта. Размещение участников семинара планируется в гостинице «Катаракт Пирамидс Ресорт» в Каире. Более подробная информация о программе семинара находится на сайте, ссылка в описании. Ждем вас в Египте!